Сигнализация сработала четко. Эвакуация находящихся в здании людей началась незамедлительно, а дежурный сигнализировал о ЧП по номеру 01. Так начались совместные учения пожарной охраны города-курорта с отделом МВД. Эти учения проводятся ежегодно и предназначены для того, чтобы как можно меньше допустить рисков по пожарам в наших подразделениях. Сложность состоит в том, что у нас здания, в которых усилен режим пропускной, у нас имеется определенная документация, секретная другая, которую необходимо эвакуировать в первую очередь при пожаре. Поэтому эти учения проводятся именно с той целью, чтобы не допустить несчастных случаев и не допустить того, что информация уйдет из-за того, что сгорят и личные дела, сгорит все, что имеется здесь. Вы знаете, что у нас уголовные дела и так далее. Поэтому проводятся эти учения с этой целью, чтобы не допустить каких-то чрезвычайных ситуаций. Пожарные расчеты прибыли, уложившись в нормативы времени. Несмотря на пробку в это время года на перекрестке улиц Астраханская и Лермонтова, поставленная задача перед пожарными – локализовать место возгорания, проверить здание и, если потребуется, произвести эвакуацию людей, что и было сделано при помощи пожарной лестницы. Было 3 пожарные расчета. Была подана 1 автолестница на спасение пострадавшего с 3-го этажа. Было подано 3 ствола Б на тушение пожаров. Приблизительная площадь была около 10 квадратных метров. В общем, учения проведены на отлично. Было все потушено, локализация произошла. По результатам учений, времени и отработанным навыкам сотрудники пожарного отдела и отдела МВД доказали, к чрезвычайным ситуациям готовы.